Председатель Халкмасагаты Туркменистана Гурбангулы Бердмухамедов встретился с руководителем Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ Кузьминым, который принял участие в международной научной конференции «Достигнутые рубежи и поставленные задачи в семеноводстве сельхозкультур», а также был удостоен высшей государственной награды. Выразив признательность за возможность личной встречи и оказанное на туркменской земле гостеприимство, гость дал высокую оценку организационному уровню заседания Халкмаслахаты Туркменистана. Поблагодарив академика агрария за неустанные усилия, прилагаемые по совершенствованию научных исследований в сельскохозяйственной отрасли Туркменистана, герой Аркадак поздравил Кузьмина с вручением высшей награды нашей страны, присвоением высокого звания Героя Туркменистана за проводимую масштабную работу в этом направлении и личный вклад в развитие семеноводства на научной основе. Гость, пользуясь возможностью, поздравил героя Аркадага и Аркадаглы героя Сердара, а также весь туркменский народ со знаменательным событием, имеющим важное значение в жизни страны – 33-й годовщиной независимости отчизны. Подчеркнув, что для него огромная честь быть удостоенным высшей награды Туркменистана, руководитель Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ констатировал, что волнующее событие, произошедшее в рамках масштабного форума, стало для него приятной неожиданностью и воспринято как уважение к его деятельности. При этом была дана высокая оценка новым сортам пшеницы Сердар Аркадаг Фраги, разработанным учеными научно-исследовательских сельскохозяйственных институтов нашей страны. В ходе встречи подчеркивалось, что масштабная работа, осуществляемая во всех структурах отечественного агропромышленного комплекса, дает успешный результат. При этом увеличиваются возможности сельскохозяйственной сферы, ее экспортный потенциал, что является свидетельством развития отрасли на научной основе, внедрения инновационных технологий и передового мирового опыта. В завершение герой Аркадак еще раз поздравил гостя с высокой наградой, пожелав Кузьмину дальнейших успехов. Я выразил очень большую благодарность сердечную за такую награду. После заседания состоялась беседа с героем Аркадагом, где мы определили стратегию дальнейшего сотрудничества и решения проблем подготовки кадров, продовольственного обеспечения. Не останавливаться на достигнутом. Туркменистан достиг действительно высоких показателей. Но мы договорились, чтобы это продолжалось дальше и шли только вперед. Достижения для народа, достижения для улучшения жизни населения Туркменистана. И мы это дело, конечно, не оставим, а будем работать совместно. У нас есть на это все основания и возможности. Я думаю, что Туркменистан является таким центром земного шара, что трудно даже сравнить с каким-то другим государством, потому что здесь в результате нейтралитета достигнуты большие успехи и в мировой практике, и в международной. Все это величие благодаря герою Аркадага и Сердару Гурбангулыевича, президента страны. Я желаю туркменскому народу счастья. Я желаю руководителям страны
Аркадагу, президенту, здоровья и дальнейших успехов в экономике и жизни народа.